Да мне тут пройти как нечего делать. Тони или плыви. Thank you.
Почему дорога к Астральной Академии лежит через заросший пруд? Ландшафтный дизайн в учебный план вроде не входит. Же окаянное чудовище. Вылетела из мертвого монстра и затем растворилась в воздухе. Пахнет какой-то злой магией. Взгляните на чудище. Оно сделано из мусора. Гадость. Как вам такая идея? Если вернуть тройке ее силы, мы могли бы снова жить своими жизнями, как нормальные люди. Свобода! Звучит заманчиво. Свои странные умения герои обрели в первую очередь из-за того, что тронули артефакт. И вот они снова тянут к нему руки. Похоже, оно не работает. Представь, как ты отдаешь свою силу. Нет, а ты лучше представь, как я ткну стрелой этого нуба. Нет! Все пошло хуже, чем я себе представляла. Оно плывет к Академии. Ясно. Это слегка усложняет дело. И я думаю... Нам придется идти следом. Темная магия. Корни заколдованы. Поглядим, настолько же они хлипкие, как тот большой. Ха-ха-ха!
вообще-то удивился, что ты, Зоя, завопила, когда артефакт сломался. Чего-чего? Ты, наверное, хотел сказать, Амадей завопил. Я никогда не воплю. Так, если никто из вас не кричал, то кто это был? Тратить на рыбалку столько дней и хоть бы одна поклевка. Какое невезение. Наконец-то будет на ужин тушеная рыба.